Понимаешь, с утра. А что мы делали с утра? Это уже. Левый, да. Вот так, левый. Да, ну, да. Круто, да? Надо попробовать. Валишься. Далеко отскок, видишь? Смотри, ты вот здесь оказался, ты. Оп, сюда чуть-чуть. Там в воздухе должен ударить, первый удар. В воздухе отскок, та-дан туда, вот прямо та-дан, да, обеими ножками. А? Да? Так интереснее. Давай медленно, прыгну. Нет. Ты опять начинаешь туда бежать. Прыгни в воздухе, ударь. А что ты остановился? В воздухе ударь, атака была, в воздухе. Алин, ты останавливаешь, фу, смотри. Покажи. Ну, но вперед, оп. О, пошел. Та-та-та-та туда. Видишь, валишься? Не торопись руками. Медленно покажи мне вот это вот. Та-тан и прыгни. Медленно. Левый, справа. Коверни. Ну а что, стой, не стой. Еще раз. Левый. Во. Вот смотри, здесь нельзя крутиться. Не надо здесь крутиться. Ты именно разгоняешь себя, это другое. Это не вот это движение. Это нет. Это не такое, что раз, два, три. Это более скоростное движение. Это выход на третий удар. Та-та-тан. Вот ты как бы не забирай руку. Та-та-тан туда пробиваешь. Сразу. Хорошо? Покажи мне. Лево, справа. Как ты будешь? Смотри в лапу. А ты мне в бороду смотришь. Ты мне в бороду и ударил, а? Давай. Оп. Во. Туда прям вот такой. Та-да-да, прям вот такое движение. Оп. Во! Вот сюда. Оп. Взрыв. Пошел с первого, с атакой вызова. Оп. Чем начал ускоряться? Руками, правильно. Вот ты раскатать себя должен. Та-та-та-та. Та-та. Вот. Чуть-чуть освобождаешь. Без тела. А сам плечами туда. Только не вот это движение. Смотри. Раз, два, та-тан. Вот у тебя вот само ударное движение идет. Ты как бы ногой вправо пробиваешь. Давай. Во! Браво! Смотри, как четко воткнулись руки, да? Оп. Видишь, опять не ушел чуть-чуть. Тан, оп, чуть, да, поймать заднюю ногу. Поймать массу чуть на заднюю ножку. Тан, оп. Да. Крути, да, взрыв. Еще раз, давай быстрее на ногах. Та-тан, вот левый справа, он короткий будет, смотри. Та-та-тан, очень коротко, но быстро, но очень резко. Давай. Быстрее, еще короче ногами, резче ногами. Оп. Во! Оп! Встряхни руку, встряхни плечи. Еще раз. Оп! Ноги остановились. Да. Третье движение. Оп! Во, туда, бедро. Оп! Паузы не должно быть. Раз, два. Тан, оп, сюда чуть-чуть. Давай, сделай мне это. Во, давай. Вот это поймал? Еще раз. Нет, не руки на себя, а в себя как бы втянуть. Да, поймать правую ногу под себя. Оп. Во. Вот здесь, да. Раз, оп, ты разгоняешься. Тан, как бы задние ноги. Еще раз. Не поймал себя, торопишься. Первое движение, где выброс? Та, оп, та-та-тан.
Во! Пойдем. Молодец. Время! Почтальон Алексей Иванович? Нет, это немножко, это не классический почтальон, так называемый, который там заряжается, что? Там идет так же, что идет первый удар при левой рукой, он идет как бы сближение дистанции. Та-та-да! Ну это мое понимание. Ну, осталось бить, как бы двойка идет. Раз, раз, два. А может быть и это классический почтальон, кстати. Левый, левый, справа, да? Ту-ту-ту. А может быть, на самом деле, вот это классический почтальон. Да, точно. А вот это как раз сближение на второй, на двойке, да, то есть та-та-тан, точно. Вот это классический почтальон. А это уже с дальней дистанции, сокращение дистанции повторным. Да, первым. Раз, раз, два. Точно. Заряжание на двойку. А это классический почтальон был. Та-та-та. Вот здесь поймай, главное, себя немножко. Массу, инерцию. Дернуть. В воздухе выкинуть. Раз, два, отскок. И та-та-та-та. Сразу пробить. Да. Точно. Все удары, кроме правого. Остаешься на правой ноге. Ну тогда как бы раз, два. Та-та, разгоняешь себя, да. Я сокращаю переднюю ногу передним кулаком, чтобы вот тут не повести. Сокращаю дистанцию, получается, нога, рука. И заряжаю правым. Правую заряжаю, получается, двумя действиями. Два раза инерция, да, Алим? Та, но, та, там, но не вот так. Все равно туда, туда. Уже задолбил противника. Раз, оп, та, та, там. И разогнать здесь, да? Здорово. Молодец, хорошо получилось. Все, ребят, время!